Ванга считала три знака зодиака особенными. Год тигра несет им победы и перемены. Известная провидица Ванга относилась с большой опаской и старалась меньше общаться с людьми, которые родились под этими тремя знаками зодиака. 2022 год станет для них временем перемен и новых побед. Скорпион. Представителей знака ждет успех в любовных делах. Обязательным условием для этого астрологи назвали позитивный настрой. Они советуют выбросить из головы все негативные мысли. Год будет полон любви как у тех, кто уже в отношениях, так и у тех, кто пока один. Водяной тигр подарит скорпионам чувственность, привлекательность и притягательность для противоположного пола. Они также станут более уверенными в себе. Лев. Год принесет львам разнообразные подарки судьбы. Фортуна будет на их стороне. Жизнь немного замедлится, но от этого не станет хуже. Астрологи советуют льву, который привык быть лидером, не изменять себе. Активность и целеустремленность помогут достичь успеха. Тигр подарит представителям знака выносливость, с которой они смогут покорить любые вершины. Рыбы. Год тигра станет для рыб временем перемен. Не исключена смена места работы, либо жительства. Некоторые из представителей знака смогут увлечься новым интересным делом, которое в будущем может стать источником дополнительного дохода. Астрологи советуют заниматься йогой и овладеть техниками расслабления, чтобы достойно встретить все интересные события года. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!